Никто без тепла не останется. Отопление будет подключено во всех домах Иркутска до конца недели. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда администрации Иркутска Сергей Фоминых. Сейчас отопление уже есть во всех больницах, школах и детских садах. А вот с многоквартирными домами дела обстоят немного иначе. По данным, на четверг к отопительному сезону оказались не готовы 30% жилых построек. Со своими обязанностями не справились 7 управляющих компаний. Несмотря на неготовность ряда управляющих организаций, многоквартирные дома будут подключены все и подключаются практически. Ну а доведение до 100% технической готовности вот эти управляющие компании будут доводить в ходе отопительного сезона. Замечания у них есть. В 2016 году на ремонт тепловых сетей было выделено около 500 миллионов рублей. Директор энергосбытовой компании отметил, что несмотря на все проблемы, в этом году в сфере отопления прослеживается положительная динамика. Объекты сдаются не в последний момент, а с опережением сроков. В этом году работа гораздо более плановая и с точки зрения предъявления индивидуальных тепловых пунктов, и с точки зрения снятия замечаний. Сейчас мы идем с опережением от прошлогоднего графика примерно там на 10%. По всем вопросам, касающимся отопления, можно обращаться по телефонам, которые вы сейчас видите на экране, либо в единую диспетчерскую службу по номеру 520-112.